В больнице Санкт-Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в метро 3 апреля. Она стала 15-й жертвой. Еще около 50 человек пострадали. Тем временем решено, что внеплановую проверку петербургского метро продлят как минимум на неделю, до начала мая. И синхронизируют с действиями следователей, которые изучают обстоятельства теракта. Смертник тогда подорвал себя на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. Между тем, метрополитены в регионах не прошли антитеррористические проверки спецслужб. Под видом боевиков оперативники спокойно установили муляжи бомб в метро Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. На многих станциях отсутствовали средства досмотра, а служба безопасности отнеслась к обязанностям халатно. Между тем, в этих городах должны пройти матчи чемпионата мира по футболу. В последнее время ФСБ стало получать информацию о готовящихся в России терактах в транспорте и в местах массового скопления людей.